В Алматы прошла презентация уникального в своем роде сайта «Близкий.из». Логистическо-поисковой бизнес-сервис включает в себя ряд преимуществ, благодаря которым он заметно отличается от аналогичных платформ. Подробнее о сайте вы узнаете в следующем сюжете. В Алматы с размахом презентовали логистическо-поисковой бизнес-сайт «Близкий.из», который значительно отличается от аналогичных платформ. По словам разработчиков, для того, чтобы получить качественный контент, им потребовалось пару лет для изучения рынка логистики, выявления главных проблем и их устранения. Благодаря профессиональной работе разработчиков удалось создать уникальный ресурс, где главными составляющими становятся удобство, надежность, качество. Так, благодаря новому порталу «Близкий.из» станет намного проще отправлять грузы не только по Казахстану, но и в страны СНГ и всей Азии. Миссия данного проекта состоит в том, чтобы упростить диалог между клиентом и перевозчиком. Этот сайт дает возможность многим клиентам и транспортным компаниям возможность расширения своего бизнеса. Этот сайт работает в сфере именно логистики, которая охватывает все виды перевозки. Это автомобильный транспорт, это ЖД-транспорт, это авиатранспорт, по море и мультимодальные перевозки. Этот сайт разрабатывали на протяжении долгого времени, учитывались все факторы в сфере логистики. О масштабе этого проекта можно было судить по количеству присутствующих на презентации. К слову, высокую заинтересованность со стороны руководителей крупных компаний можно было увидеть по количеству заданных разработчикам вопросов. Так, во время интерактива участники презентации узнали главную уникальность сайта «Близкий.из». Особенностью проекта является проведение аукциона. Именно этим сайт «Близкий.из» отличается от большинства других логистических порталов. «Близкий.из» имеет свою уникальность в том, что на сайте будет действовать система аукцион. Она будет рассчитана для грузоотправителей, чтобы они смогли найти себе более выгодное предложение для грузоперевозки по оптимальным ценам. То есть будет выставлять они свои грузы, указывать цену свою, и перевозчики будут между собой как бы вести. Тот же самый мини-тендер будет. У кого меньше цена, но, может быть, грузоотправителя заинтересует и другая цена, высокая. Также они будут смотреть на грузоотправителей, на грузоперевозчиков, смотреть, что за компания, маленькая она, большая ли. Ну, это уже будет исходить от грузоотправителя, что их будет устраивать. Но это самая фишка нашего сайта. Благодаря системе аукциона цены на грузоперевозки становятся намного дешевле рыночных. Также можно с уверенностью сказать о системе безопасности, что очень важно для всех. После размещения заявки на сайте выбранные клиентом грузоперевозчики, экспедиторские компании и логисты будут автоматически проверены модератором на предмет их надежности. Таким образом, исключаются все возможные форс-мажоры. Сегодня была целевая презентация сайта, который в первую очередь поможет нам, продавцам, определяться с теми людьми, которые будут наш товар доставлять. Это очень важно. Где-то 20-30% в общей цене товара оно всегда закладывается на доставку. И найти товар и продать товар – это не самое важное. Самое важное – доставить товар. И я думаю, этот сайт и эта система, если она заработает правильно и заработает хорошо, очень здорово в этом нам поможет. Цель сайта «Близкий.из» – стать главным помощником в решении логистических задач, быть лидирующим, узнаваемым и динамично развивающимся порталом с безупречной репутацией на внутреннем и внешнем рынках. Искренне надеемся, что создателям удастся занять свое место, ведь когда стартап говорит в первую очередь не о прибыли, а об удобстве заказчика, то, безусловно, успех сайта гарантирован.